Берлин. Всего несколько месяцев прошло после исторической конференции в Крыму, когда руководители трех союзных держав решили вопросы, связанные со скорейшим разгромом нацистской Германии, скорейшим окончанием войны в Европе. В эти месяцы Красная Армия обрушила на врага мощь своих сокрушительных ударов, с боями овладела столицей Германии Берлином и этим самым обеспечила возможность проведения конференции руководителей трех союзных держав в Берлине. Перед нами Берлин, узнавший силы ударов советского оружия. Перед нами Берлин, увидевший подожженную им войну в своих собственных стенах. Берлин, откуда фашисты угрожали всему миру. Берлин, усмиренный волей победителей и принявший условия безоговорочной капитуляции. Рейхсканцелярия. Она пуста. Это порождение нацистской архитектуры стоит сейчас как мрачный памятник гитлеровского безвремения. На каждой площади Берлина вы увидите знаки германского поклонения войне. Парки Потсдама. В этом маленьком городке по соседству с Берлином сохранилась резиденция прусских королей и германских императоров. Дворец Сан-Суси. Эти дворцы, представляющие определенную историческую ценность, охраняются сейчас Красной Армией как музеи со всем своим имуществом, которое сохранилось в них после падения гитлеровской власти. Thank you.
дворец Фридриха II, где зарождались планы германского господства над миром, где жил последний кайзер Вильгельм II Гогенцоллер. Невдалеке от Потсдама, в Сесилианхоф, который входит в советский сектор Берлина, приготовлен дворец для проведения конференции руководителей трех великих союзных держав. Прибывали делегации для участия в конференции руководителей трех союзных держав. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки господин Джеймс Бирнс. Министр иностранных дел Великобритании господин Иден. Господин Климент Эттли. Премьер-министр Великобритании господин Уинстон Черчилль. Президент Соединенных Штатов Америки господин Трумэн. В Берлин для участия в конференции прибыла советская военная делегация. Маршал Советского Союза Жуков принимает у себя членов делегации. Адмирала флота Кузнецова. Начальника генерального штаба Красной Армии, генерала армии Антонова, маршала Фалалеева и начальника главного военно-морского штаба адмирала Кучерова. Для участия в конференции прибыл председатель Совета народных комиссаров Союза СССР генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин. В 5 часов вечера участники конференции встретились в зале заседаний. Конференция приступила к обсуждению ряда важнейших вопросов, связанных с судьбами человечества в послевоенный период. В повестке дня стояли такие вопросы, как учреждение Совета министров иностранных дел, ряд вопросов, связанных с судьбой побежденной Германии, вопрос о военных преступниках, вопросы об Австрии, о Польше, о заключении мирных договоров и о допущении в Организацию Объединенных Наций, о подопечных территориях,
о пересмотре процедуры союзных контрольных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии, а также ряд других вопросов, подлежащих обсуждению руководителей трех союзных держав. В результате первого совещания была разработана программа работ конференции. На другой день встретились министры иностранных дел. Такие совещания происходили ежедневно в течение всей конференции. Целью совещаний являлась предварительная подготовка всех вопросов, подлежащих обсуждению руководителей трех держав. В перерывах между совещаниями министры иностранных дел встречались в неофициальной обстановке. Господин Бирнс и господин Иден в гостях у товарища Молотова. Наряду с совещаниями министров происходили также встречи начальников штабов трех правительств по военным вопросам, представляющим общие интересы. Работы конференции в Англии происходили выборы в парламент. 25 июля состоялось последнее совещание с участием премьер-министра господина Черчилля, который должен был выехать в Лондон в связи с итогами выборов. Перед отъездом с конференции господина Черчилля руководители трех держав предоставили возможность кинооператорам и фотокорреспондентам снять их на веранде дворца. Восьмого июля
На аэродроме состоялась встреча господина Этли, прибывшего на Берлинскую конференцию уже в качестве премьер-министра Великобритании. Господин Этли. Вместе с господином Этли на конференцию прибыл новый министр иностранных дел Великобритании господин Бевин. Тотчас же после прибытия господин Бевин сделал визит товарищу Молотову. Конференция продолжалась в новом составе. В итоге 13-дневной работы конференции были приняты важные решения и соглашения. Имел место обмен мнениями по ряду других вопросов. Обсуждение этих проблем будет продолжаться в Совете министров иностранных дел, созданном конференцией. Президент Трумэн, генералиссимус Сталин и премьер-министр Этли покидают эту конференцию, которая укрепила связи между тремя правительствами и расширила рамки их сотрудничества и понимания, с новой уверенностью, что их правительства и народы вместе с другими объединенными нациями обеспечат создание справедливого и прочного мира. Так гласит пункт 1 сообщения о Берлинской конференции трех держав. Свободолюбивые народы, современники величайшей в истории войны, с удовлетворением узнали из сообщения о Берлинской конференции, что дело мира вновь продвинулось вперед, что историческая Берлинская конференция завершилась в обстановке искреннего взаимопонимания руководителей трех великих держав, взявших на себя благородную миссию создания прочного мира во всем мире. Thank you.